Всем привет, это снова Айса, и сегодня у нас видео про помады, наконец-то, не тени. Я просто посмотрела видео Ксении, Ксения Give Me Cream, я оставлю ссылку на ее видео внизу, и посмотрела видео Алины Вандерлей, там она тоже рассматривает свои любимые нюдовые помады. Ксюша вообще просто пошла в разнос и перепробовала все свои помады. Посмотрите, оцените этот героический поступок, перейдите по ссылке. Сегодня будет видео по бюджетным помадам, потому что я заказала 2 помады от Charlotte Tilbury, 3 помады от Pat McGrath, заказала помаду от Tom Ford, еще там будут всякие блески от Pat McGrath. В общем, когда все это придет, я включу это в мои люксовые помады, которых у меня не так много на самом деле. Вот, так что сегодня бюджетные помады. И начнем с самых таких светлых тонов, будем переходить постепенно к более стойким и более темным. Так, и первая помада у нас Maybelline в оттенке 740 Coffee Craze. Вот так вот она выглядит, я сделаю swatch на руке. Вот такая нюдовая коричневая помада. Мне очень нравится цвет, но мне не очень нравится ее запах, ее вкус ужасный. Вот. Она позиционируется как увлажняющая. И в принципе она очень комфортно чувствуется на губах, ну, за исключением того, что она такая очень сливочная. Если вы такое ощущение не любите, то вам, возможно, не понравится. Вот, пожалуйста, такая легкая нюдовая помада. Мне очень-очень нравится цвет. И эта помада была бы прям вообще в списке самых-самых любимых, если не одно, но она очень плохо носится. Во-первых, нужно очень долго ждать, когда она зафиксируется. И даже когда она зафиксируется, она довольно легко стирается. То есть вообще даже я не говорю про еду, а просто даже если пьешь какие-то напитки, то она все gone. Даже если просто пьешь какие-то напитки, она исчезает просто там за в течение нескольких часов. Поэтому вообще, да, она немножко прям чувствуется, как она типа увлажняет губы, но не знаю, того она не стоит. И, по-моему, это была серия Color Sensational. Ну вот видите, я просто бумажной салфеткой протерла, и она вся просто испарилась. Так, следующие 3 помады будут от Flower Beauty. Это бренд Drew Barrymore. По-моему, я не уверена насчет, если он в России, но это очень хороший бюджетный бренд. И вот эти помады мне стоили по $5 австралийских, то есть это что-то в районе 200 рублей. При этом мне очень нравятся цвета. Первая помада у нас 0.35 в оттенке Spice Petal. Там есть разные финиши. Вот это вот конкретно, это кремовая. Ну или как она там, сатиновая. Вот, есть там еще матовые тоже в этой серии. И все цвета там очень красивые. И у меня в списке только 3, только потому что у меня всего их 3. Так я смотрела на все помады из у Flower Beauty, они все очень клевые. По-моему, этот оттенок Spice Petal от Flower Beauty считается дьюпом на Pillow Talk от Charlotte Tilbury, на оригинальный Pillow Talk. Такой очень универсальный оттенок, он реально всем подходит, мне прям нравится. Единственное, на губах он ощущается таким немножко тяжеловатым, таким, знаете, слегка кремовым. Он не сушит губы вообще, он даже как будто увлажняет, но все равно все время чувствуешь ее. И стойкость, ну, такая, как бы, напитки переживет, а еду, скорее всего, нет. Так, ну, пока, видите, обходимся без мицеллярки, идем дальше. Следующий оттенок тоже Flower Beauty, оттенок Pink Dusk. Это одна из любимейших моих помад. Я прям обожаю такие оттенки, которые розовые, которые я немножко умерла, ну, как я считаю. Вот такой оттенок. Вот, пожалуйста, как смотрится это дело на губах. Чем темнее оттенки, тем они бывают, ну, тяжелее на нанесении, когда они начинают полосить там. Вот, но это вообще прям никаких нареканий нет. Очень однородный цвет. Легко наносится и чувствуется на губах точно так же, как предыдущие. Это тоже в том же финише, в сатиновом. Ну, стойкость то же самое, что у Spice Petal, то есть напитки норм, а еду, скорее всего, не переживет. Так, и следующий самый яркий цвет в моей коллекции, один из самых ярких цветов, это тоже Flower Beauty в оттенке Poppy Pout. Такой красивый маковый красный. Его вы могли видеть в видео про мои амплуа в макияже.
Я прошу простить мое небрежное нанесение, я просто обычно пользуюсь кистью. Вот это вот, кстати, матовый финиш, поэтому тяжелее было наносить, но результат вообще просто отличная помада, очень яркая, отличная пигментация, ничего не полосит. Это тот оттенок красного, который я могу носить, который мне не кажется развязанным, и он так очень освежает и молодит. В общем, клевый оттенок, мне нравится. Из-за того, что эта помада матовая, она в носке лучше и дольше остается на губах. Следующая помада – это L'Oreal серия Color Rich. Помада в оттенке 634 Grayish Perfecto. Судя по названию, я думала, это будет такой серо-бежевый, вот, но в итоге она оказалась более коричневой, чем я думала, и это на самом деле хорошо, я такие цвета люблю. И все было бы хорошо в этой помаде. Кстати, вот тоже хотела заметить еще один плюс помад от Flower Beauty, то, что они не пахнут. А вот эта вот от L'Oreal, она просто воняет. Она воняет, так как вот у мамы раньше помады пахли старые в Советском Союзе, вот так же она и пахнет. Очень сильная душка, еще не самая приятная. Так, все, у меня уже контур начинает расплываться у губ. Ну, вы, пожалуйста, смотрите просто на цвет, не смотрите особо на нанесение и на форму губ. Вот такой вот цвет мне прям очень нравится, такой классный нюд, который под все макияжи подходит. И она на губах чувствуется, несмотря на то, что это типа матовая, она такая полусатиновая, на губах очень комфортно чувствуется. Но она, блин, так пахнет, и она перестает пахнуть только через пару часов. Я вот сейчас вот нюхаю и чувствую ее аромат, и во рту у меня ее аромат. Вот, но вообще в носке она нормальная, ну как бы она слазит с губ, но слазит довольно красиво, и бывает она полосит иногда, там немножко неравномерный цвет из-за того, что она темная, но все равно, в принципе, смотрится хорошо, и мне она нравится, но если бы не запах, была бы любимая. И последняя помада, прям вот такая, которая, ну, пуля, которая, ну, обычная классическая помада, не жидкая. Это помада от Milani, которую я очень долго не могла решить, хочу ее включать в список любимых или нет, потому что мне безумно нравится цвет, посмотрите на него. Это был тоже дюк на что-то там Cherry от Tom Ford, тоже такой красивый глубокий цвет. И, блин, я обожаю этот цвет. Но опять же, она пахнет очень сильно, она пахнет какой-то тухлой вишней. Ну, такой даже не тухлой, а, скорее всего, синтетической, немножко перезревшей вишней. Я такие темные помады не люблю без карандаша или без кисти наносить, потому что это нереально сделать красивый контур для меня. Вот, я обожаю этот цвет, очень клевый, но единственное, она все равно полосит, видите, она очень неравномерно легла на губы. Вот, она пахнет, и она еще такая прям чувствуется на губах. Из-за того, что, чтобы сделать цвет однородным, мне приходится наносить несколько слоев, и тогда прям реально ощущаешь ее на губах. Вот, но этот цвет очень красивый, я подумала насчет, может быть, купить оригинал от Tom Ford. Вот, ну вот это была Milani в оттенке Black Cherry. Так, ну что, мы перепробовали все мои классические помады. И вот такая вот еще есть помада у меня от Maybelline. Это серия Ink Crayon, очень хорошая серия, мне прям нравится. Здесь такой удобный карандаш, которым можно пользоваться как карандашом, можно пользоваться как помадой. Очень удобный кончик такой, который можно заточить, потому что здесь вот есть точилка такая на конце. Очень прикольная серия. Сейчас у меня помада... Блин, сейчас у меня губы такие темные. А это довольно светлая помада. Надо было ее раньше попробовать. Так, я начинаю забывать сводчи помады. Это L'Oreal Milani. И вот Maybelline. Тут тоже есть одушка, она такая довольно легкая и вообще приятная. Я обожаю этот цвет. Единственная претензия у меня к этому оттенку – это Maybelline в оттенке Trust Your Gut 10. Блин, клевый цвет вообще. Если бы она не сушила губы, то было бы вообще круто, я бы ее каждый день носила. Но она все равно мне подсушит губы, при том, что вот ее наносишь, она чувствуется супер комфортно на губах, она легкая, она не кремовая, ну то есть она не сливочная, нет такого, знаете, тяжелого ощущения на губах.
она вообще почти невесомая, но потом начинаешь ее носить, и где-то часу на четвертом начинают губы сушить, вот, и так прям серьезно сушит, вот, поэтому, не знаю, может быть, попробовать ее с блеском носить, вот, либо увлажнять губы и терпеть. И она еще, кстати, довольно стойкая. Нужно просто дождаться, пока она зафиксируется, полностью высохнет. И тогда она прям можно и пить, можно даже что-то легкое поесть. Так, и сейчас переходим на жидкие помады. Это помада от Essence в серии Melted Chrome. Оттенок Sweet Teen. Такая безумная металлическая помада, которая мне нравится. Она подходит к таким неординарным макияжам, безумным. Ну, это прям такая помада, знаете, не для всех. Она какой-то привет 2000-й, плюс еще привет космос. Она супер легко на губах ощущается, вообще как будто ничего на губах нет, но при этом она все равно немного подсушивает губы. Но помада, тем не менее, классная, и я периодически ею пользуюсь, несмотря на то, что, да, она слегка подсушивает губы. И на губах она, ну, довольно стойкая, я бы сказала. Так, губы начинают болеть. И опять забыла сделать скотч. Просто горит помада. Так, следующая помада — это мой самый любимый нюд. Это ColourPop, коллаборация I Love Sarai. И оттенок называется Sueño de Coco. Вот, это очень-очень классный нюд. И опять же, помада ароматизированная, но она пахнет, ну, так, приятно и не сильно. Просто клевый нюд, смотрите, какой классный оттенок. Вот как она смотрится на губах. Мне кажется, вообще просто идеальный нюд. Подходит подо все макияжи. Если не знаешь, какую помаду использовать, используй вот эту. Единственный ее минус, она очень прикольно носится, когда она зафиксируется на губах, тогда нормально. Вот, но она опять же сушит губы. Ну вот она на губах очень клево ощущается, комфортно, вот, но после нескольких часов начинается бешеная сушка, короче, просто высушивает губы к черту. Вот, но очень красивый оттенок, продолжаю носить, вот, несмотря на то, что сушит губы. Я поэтому, кстати, перешла на классические вот такие вот помады, потому что мне жидкие помады все время сушат губы, даже вот Jeffree Star мне тоже сушил губы. Следующая помада, опять же, ColourPop в оттенке Saigon. Это прям очень клевый красный. Если хочется внимания прохожих, то пользуюсь ей. Хотя мне никогда не хочется внимания прохожих, но смотрите, какой это невероятно яркий цвет. И мне кажется, эта помада будет идеальна просто всем типам кожи и всем типам внешности. Она прям для меня это мой идеальный красный. Еще плюс помады ColourPop, то что у них очень удобные аппликаторы, такие маленькие, ими удобно красить. Вот так помада смотрится на губах. Очень прикольный красный, видите, он зубы делает тоже белее. Вот. Ну и он довольно вульгарно, конечно, смотрится на мне кажется. Ну или я сама себе кажусь какой-то вульгарной. Шаболда, как мы уже с Ксенией установили. Вот, но тем не менее, красный очень красивый. Ну вот все прелести красных помад, все, короче, просто все в ней. Так, ну и на этом, наверное, стоило бы завершить видео, потому что просто у меня эта помада теперь везде. Но у нас остались три самых стойких помады, которые вообще с губ не стереть. Мне интересно, как они сейчас будут наноситься, и вообще, мне кажется, вот эта помада все перекроет, возможно, а возможно нет. Это очень светлый оттенок, он такой лавандовый, и это оттенок 100 Philosopher. Это серия Super Stay Ink, которая очень клевая, она супер стойкая. Это самая стойкая помада, которую я вообще когда-либо пользовалась. После того, как она зафиксируется, все, можно в ней есть, пить, спать, гулять. И, короче, она никуда не денется. С вами можно даже спать лечь, наверное, утром проснуться с ней. Вот. И очень клевая серия, мне нравится. Так, я прошу прощения за супер небрежное нанесение, потому что у меня там красная помада виднеется, которую мне сделала сантиметр в подарок. Это, конечно, невозможно. Я похожа на клоуна. Ну, вы смотрите на помаду, пожалуйста. Давайте сюда просто вставлю фотографию, как она в нормальном виде, когда у меня нет такого красного контура, выглядит. Вот.
Я обожаю эту помаду, но единственное, опять же, подсушивает, и она слишком стойкая, ее тяжело снимать, сейчас не знаю, получится или нет. Я говорю, после того, как они зафиксируются, это просто туши свет, снять ее невозможно. Блин, посмотрите на это. Вот реально из-за этого я перешла на такие классические помады, потому что, блин, очень тяжело снимать. Единственное, чем такие помады снимать, это гидрофильное масло, а иначе вообще невозможно их снять. Так, короче, нереально ее снять. Давайте просто быстро уже продолжу с этими помадами. Это, опять же, та же серия Superstay Matte Ink. И оттенок 70 Amazonian. Обожаю этот оттенок. Он такой красный, такой кирпично-красный, но он не темный. Довольно светлый, и он вообще очень клево смотрится, мне кажется, на всех. Сейчас я очень быстро нанесу его. Надеюсь, вы не обращаете внимания на эти всякие лавандово-красные подтеки по бокам. Просто смотрите на цвет. Очень красивая помада, реально всем идет. Если вам нужен какой-то что-то повеселее, чем нюд, вот обратите внимание, это вот 70 Amazonian. И следующей помадой пусть поверх нанесу, потому что все уже невозможно. Я хочу быстрее побежать и смыть помадой своим гидрофильным маслом. Я вам не сказала, что за оттенок. Это оттенок 13 Fierce, тоже серия Superstay. Это была коллаборация с Пумой. Обожаю этот оттенок вообще просто. Я вот хотела заказать Pat McGrath оттенок Deep Void. Мне кажется, это что-то вот такого же рода, только в классической формуле помад. Вот. Единственное, что меня остановило, то что в обзоре Наталина она сказала, что эта помада полосит. Но это... Вот эта помада тоже полосит на самом деле. Мне кажется, с такими темными оттенками очень тяжело работать, делать им формулы нормальные. Ее реально тяжело наносить, чтобы она была однородной везде. Но когда сделаешь все нормально, она этого стоит. Так, мой рот все меньше похож на человеческий уже. Опять же, не обращайте внимания на форму губ. Смотрите на цвет. Это реально очень клевый цвет. Я с этой помадой чувствую себя супер уверенно. Опять же, она довольно стойкая. Единственное, что тяжело ее наносить, чтобы равномерно она легла, нужно несколько слоев наслаивать, и опять же, они сушат губы. Ну и вот, пожалуйста, свотчи всех моих любимых помад из бюджета. Следующая серия будет про люкс. Так, я сейчас побегу снимать все это безобразие. Я прям чувствую, у меня уже губы просто горят. А на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели до конца.